Но человек становится стойким, смотрите, он вот смотрит на тебя. Ты не должен на него смотреть. Но с этого ощущения. Потом он перейдет на глаза. И становись назад. То есть встал стойким и вернулся назад. Встал стойким и вернулся назад. Встал стойким и вернулся назад. И смотри на него. То есть вот его агрессия. Что мы делаем? Ваша задача. Смотрите, не знаю. Что мы сейчас будем делать? Смотрите. Вставай, делай. Почему это происходит? Сейчас чуть позже. Я сейчас просто работаю на его ногу. Это не биополя. Это биополя работает. Я работаю на ногу через периферийное зрение. То есть просто смотрите. Раз, встал. Давай. Видите, раз. При начале движения через оперативное зрение. Давай, давай. Я ловлю его. Он падает. Потому что нога его становится через периферийное зрение не туда, куда надо. Он воздух ловит руками. Не без контакта это. А контакт на другом уровне. Простите, мой дочь увешенный. Причем он работает. Я вам рассказываю теорию, как она работает. А на практике тут же попробую. Иди сюда. Ты же сам пошли. Ты такая же православная. Да. Вот и работа. Сможешь на меня. А это волна твоя. Где ты здесь? Почувствовал? Всю Россию и Белоруссию не переравняли. Но, как только ты сигнал получил, запомнил раз на себя, этот сигнал у тебя прошел и остался в тебе. И ты через какое-то время на одном человеке сделал, потом на втором не получилось, ты вернулся назад, потом вернулся на этого. И начинаешь что делать? Работать в базу. Да, работаю. Вот человек сидит, что ваша задача. В начале самого движения раз, сделали, поймали его на начале движения, когда он только вот это движение начал. Ногой, да. Видно, да? И теперь смотрите, раз, и все, нога уходит. Почему? Потому что через периферийное зрение вышибается это дело. Потому что у него все внимание вот сюда, на мою голову. Как бы мы голову пробить, это самое, на голову. Ничего.